Радуйся, Владычице, милосердная у нас, пред Богом заступнице. Силы Царицы Небесной помог она. И сейчас готовят, казалось, вам выдали карточки сейчас пенсионные, да? Это уже грех отречения. Так вот, а сейчас готовят пенсионерам новые электронные карточки. Вот вы задумайтесь, почему? И готовят сейчас уже с Нового года, 2008 года, уже показали в СМИ, не я говорю-то, а уже показали вам по телевизору, мне рассказывают, уже стопами, штампуют новые электронные паспорта. Когда эти электронные будут паспорта выдавать, вас будут снимать роговицу глаз. Когда будут снимать роговицу глаз, на лбу у вас будет стоять лазером, поставленный на руку, поставлено это начертание. И когда вы заходите сейчас в супермаркет и берете эту продукцию начертанную, там они... сканером, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, вот это будет у вас на лбу, это уже будет печать Антихриста. Вот какое страшное время. И вот взяв эту сейчас квалификацию, которая паспорт, это самое, пенсионное, на-на, мы отреклись уже от имени, первый этап. Благодать от нас уже отошла, ангел стоит, плачет. Слушайте, слушайте, слушайте. Поэтому стоим. Отреченный, прости нас, Господи. И вот которые пастыри говорят за это, их что? Гонят. Потому что они мешают системе этой воцариться дьяволу. А вот эта глобальная восьмерка, которая сейчас, комитет 300, это все Рокфеллеры, которые всем правят миром, все золото и все их банки, корпорации все в их руках, у этого комитета, в том числе все президенты, все они жиды-масоны. Они работают на того, чтобы всех пронумеровать людей. А компьютер-зверь в Люксембурге, который стоит на все мировое сообщество. Для чего? Для того, чтобы управлять всем миром и не готовить сейчас грядущему Машиаху Антихристу вместо Иисуса Христа в Иерусалиме. Что? Место. Место мирового правителя. Я приду, сказал тебе, сказал. Слушайте. Слушайте, слушайте. Слушайте, слушайте. Батюшка, видишь, ад. На меня ад восстал. Своих братьев восстали по Христе, потому что, батюшка, видишь, что здесь говорит? Но попробуй ты здесь. Я тебя разорвала на части. Слушайте, слушайте. Слушайте. Подумайте, это все шутки, нет. Не жалко народ свой. Не жалко Россию. Россию православную. Но не жидомасонскую. Мне жалко народ, который слепо следует этим жидам-масонам, которые вас обманывают. Которые вам здесь желают рая на земле. Его не будет. Чё я без всего? Чё я тебе? Чё нам? Посмотри, я тебя трещу. Не посмотри, чё я испытываю, какие я муки. Не молитесь. Я чего? Не отказывайтесь, я вам не даю. Я вам не верю, не отказывайтесь, не надо. Потому... Не отказывайтесь, видите, что бес говорит вам? Не муки, а то вы пройдёте. Он говорит, бес. Не отказывайтесь, что батюшка говорит. Все берите. Все берите. Есть надо. Пить есть надо. Пить есть надо. Все остальное надо. Но это для ада. Какого ада? Его нет, существует. Ишь, какой премудрый. Его нет, нет, нет. Слушайте, слушайте. Нет, нет. Есть преисподняя.
есть преисподня. А это еще пострашнее. Это еще хлеще ада. Так вот, дорогие мои, братья и сестры, взяв это окаянство, мы отреклись от имени. Прости нас, Господи! Тут грех моей души! Послушай, не говори им! Они даже будут мучить, как и я! Они будут мучиться, их будут называть дура, их будут называть матом, их будут пихать, их будут толкать, они будут никому не нужны. Они отбросы общества, что ж ты говоришь? Отбросы общества? Кто мы сейчас есть, кто противостоит этому злу? Бомжи, раскольники, клеветники. А кто идет вместе с миром глобальным, с дьяволом? Те, как это 70 лет назад, когда 40 миллионов сказали всем коммунистам, не говори, нет. Не рассказывай, знаете, нет. Их расстреляли, в ГУЛАГах гноили. Знаете, брат брата, муж жену. Как и сейчас повторяется все. Слышите? Сейчас все повторяется, то пострашнее. Тогда без кодификации. А сейчас, если примешь это, ад. А? Так вот, дорогие мои, о чем надо думать-то? Прости нас, Господи, маловерных, неразумных. Согрешили перед Богом, суе призывали имя Божие, клеветали, возводили хулу, верили во всевосточные календари, гадали, ворожили, ходили по бабкам, по целителям. Прости нас, Господи, помилуй. Согрешили в том, где-то убийство, аборты, предохранение. Прости нас, женщин сейчас нету. 62-е правило 6-го Вселенского собора гласит о том, женщина, одеваясь в мужскую одежду, отлучается от церкви. А мы в церковь заходим в брюках, ходим обнаженные, прости нас, Господи, женщины стригутся, красятся, губная помада. Сделан на убиенных младенцах, эмбрионах, на абортируемых младенцах, это сырье. А вы себе в рот ее и глотаете, едите, что совершаете ритуал сатанинский, как сатанисты на крови, так и вы, на убиенных младенцах. Крашеные, мудрые, красивые, для ада. Прости нас, Господи, помилуй, ходим обнаженные. Даем своей наготою прелесть мужчинам, если съедают нашу плоть. Дальше, рак, щитовидка, грудь открытая. Дальше, рак груди, батюшка, внутренности вырит. Только идете, рак съедает внутренность. За что? За убиенных младенцев. Прости нас, Господи, все спиды, все веренические болезни, наказание нам за блуд, за развращенность нашего тела. Прости нас, Господи, помилуй. Вся молодежь, от мала до велика, все сблудились, все скурились. Все спились, наркомания. 10 миллионов абортированных детей в нашем православном, считаем мы, государстве. По детоубийству первая страна, по наркомании первая страна. По смертности первая страна. За что отнимается от нас? За то, что самая богатая страна в то же время ищет. За то, что мы гневим Бога милосердного, как нас дети прогневляют наши, так вот и мы. Давайте покаемся. Если мы это сделаем, Господь простит, помилует нас. Вы видите, заполонили все эти черные, все иностранцы, все заполонили. Москва 10 миллионов, а их 20 миллионов. И везде до Урала дойдут китайцы. Владивосток возьмут японцы. Все святые старцы сказали, все сбывается. Что же мы слепые такие, а? Почему это Господь попускает? За наш блуд, за нашу пьянку, за наше неверие, несоблюдение постов. Кто мы есть? Язычники. Прости нас, Господи! Да нельзя же нам дальше, неправильно ложите крест. Что за крест кощунство над крестом? Крест, осеняем четкий крест. Смотрите сюда. Сюда и сюда. А не сюда тут изворачиваете. Поймите правильно. Крест четкий должен быть. Поэтому, дорогие мои, выбор за вами.
Храни вас Христос, Матерь Божия, укрепи вас все святые подвижники.